Социально-экономическое развитие Мариэл сегодня обсудили на встрече Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности главы региона. Премьер поинтересовался, как сейчас обстоят дела в республике. Александр Евстифеев рассказал о том, что уже удалось сделать. Он отметил значительное улучшение налогового администрирования. Положительные показатели наблюдаются и в сфере промышленного производства. Благодаря помощи из федерального центра удалось решить острые проблемы. Прежде всего, погашена задолженность по майским указам в зарплате для бюджетников. За несколько лет впервые удалось отправить в отпуск учителей, заплатив им отпускные. Вот это очень серьезная помощь правительства, которая... А до этого так не происходило? До этого так не происходило. Было забыто. Что касается нашего движения, на сегодняшний день производство мяса 278% от потребностей. То есть практически 2/3 производимого мы вполне можем реализовывать на рынках России. Республика является безусловным лидером по производству козьего молока, а это детское питание. Очень важно, чтобы на территории республики возникали и новые предприятия сельскохозяйственные, которые занимаются и животноводством, в том числе и молочным животноводством, и по линии крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, так называемого. Вот. Но не только потому, что все равно сельское хозяйство требует инвестиций. Вот мне кажется, на это нужно тогда будет обратить внимание, если вы видите основное направление развития республики сейчас именно в сельскохозяйственном направлении.